Эти спортсмены могут победить соперника одной левой. В Новосибирске проходит открытый турнир по армрестлингу и армлифтингу. В чем разница между этими видами спорта и что нужно для победы, узнавала Алина Аверчук. В армрестлинге все решает сила рук. Сегодня этой самой силой мерятся спортсмены из Алтая, Кузбасса, Омской и Новосибирской областей. Таких соревнований столица Сибири еще не видела. Ну, это у нас такой первый совместный турнир с нашей новосибирской метрополией. Поэтому и название Кубок Святого Князя Александра Невского. Именно такой православный турнир. И он будет традиционным, ежегодным. За столами сегодня и представительницы прекрасного пола. Хрупкая Дарья на поверку оказывается самой сильной девушкой турнира в своей весовой категории. В армрестлинг пришла случайно полгода назад. Решила пойти заниматься в зал просто. А моя тренерша, ну, тренер по фитнесу, она чемпионка мира по армрестлингу. Я, посмотрев на нее, увидела все это и решила, что я хочу быть такой же. В женском армрестлинге главное сила, не просто сила, сила духа, уверенность в себе и желание победить. Силой духа здесь отличаются и другие спортсмены. Впервые в подобных соревнованиях участвуют армрестлеры с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрены специальный низкий стол, отдельная категория и теплый прием. Важно, чтобы люди знали, что они придут и им будут рады. Неважно, победителем станешь ты или просто поучаствуешь, важно, что ты почувствуешь теплоту душевную, доброту, вот этот всеобщий спортивный азарт. Эти спортсмены приехали с Республики Алтай, чтобы доказать, порой настрой важнее всяких обстоятельств. Со своей задачей справились блестяще. Несмотря на то, что соревнования еще не завершены, уже точно известно, эти трое взяли весь пьедестал в своей категории. Предложили и занялись спортом. И в дальнейшем, чтобы у нас и у всех так же было. Чтобы тоже, которые сидят на коляске, их, чтобы позвать, тоже они, чтобы подтягивались в дальнейшем, чтобы участвовали, не сидели. Как говорится, жизнь продолжается, не все потеряно. В армлифтинге русская рулетка, русская ось, серебряная пуля – это не случайные словосочетания, а названия дисциплин, в которых выступают спортсмены. Разница в весе и размере снарядов. Вот непосредственно сама пуля. Зажимаем ее между рукоятками эспандера. Выпрямляем руку и удерживаем на время. Лучшие в армрестлинге и армлифтинге станут известны уже сегодня. У тех же, кто не попал на эти соревнования, есть все шансы оказаться в числе участников в следующем году. Алина Аверчук, Артем Валевич, Новости ОТС.